Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 1000 опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, чтобы вылечиться и жить без болезней. А именно, как выбрать самую лучшую диету для похудения – для вас, чтобы и вес снизить, и здоровье сохранить, и самое главное, чтобы обвисшая кожа после экстремального снижения веса не ограничивала вас в том, чтобы летом снять одежду и загорать максимально эффективно. Итак, на какие же ключевые точки нужно обращать внимание, когда вы выбираете диету для похудения для себя? Если вы видите, что в диете для похудения ограничены жиры, неважно животного либо растительного происхождения, но жиры отсутствуют практически полностью, либо где-то 1-2 чайных ложки в день разрешены. К чему приведет такая диета для похудения? Безусловно, максимальное количество жиров в вашем организме будет сгорать. И, казалось бы, снижение веса будет происходить именно за счет жиров. Но если вы будете на такой диете находиться более чем несколько дней, нарушится работа печени. Я знаю, как помочь печени работать. Одна из опубликованных книг. Что делать, если у вас есть печень? В данном случае вам понадобится такая книга, потому что нарушение работы печени неизменно последует за такой диетой, если вы ее будете соблюдать более нескольких дней. Жиры в жировой ткани начинают сгорать, попадают в кровь, и единственный путь удаления жиров из кровеносного русла – это работа печени. В данном случае в печени будет развиваться жировой гепатоз, и к гадалке не ходите, сходите на УЗИ и проверьте, насколько я прав. Но это не единственная проблема, которая следует за такими диетами для похудения. Если вы мужчина старше 25 лет или женщина старше 35 лет, то у вас уже может развиваться атеросклероз сосудов. Иными словами, повышение уровня жиров, окисленных жиров, которые вышли из жировой ткани в кровеносной системе, может способствовать развитию атеросклероза со всеми неблагоприятными последствиями. Но это не единственная беда такой диеты для похудения. В жировой ткани не только жиры. В жирах растворимы достаточно большое количество канцерогенов, пестицидов, гербицидов. Попадая в кровеносную систему из уменьшившегося жирового депо, они опять-таки не могут быть удалены печенью и могут накапливаться в любых органах и тканях. Как предугадать вероятность развития онкологии у вас? Легко. Такая книга тоже есть. Рак. Профилактика. Ранняя диагностика. В ней есть простая таблица. Сравнив свой образ жизни с факторами риска, вы понимаете, какие критические органы по развитию онкологии у вас есть и, соответственно, какие действия нужно совершать, чтобы ее предотвратить. Также есть группа диет для похудения, в которых увеличено количество белковых продуктов. Да, конечно, белки приносят, как и жиры, 9 килокалорий, из них 5 расходуются в виде тепла. Иными словами, согревается организм, ускоряется обмен веществ и похудение запущено. Вы эти диеты знаете, диета Аткинса, Дюкана, кремлевская диета. Там везде очень много белка. И рекомендуется его употреблять в таком количестве. К чему может привести такая диета для похудения? Количество белковых токсинов образуется в клетках и должны быть удалены с достаточным количеством воды. А есть простая физиологическая норма. Продукты распада 1 грамма белка, которые по-другому называют трупные яды, полноценно выводятся в 42 мл воды. В этих диетах для похудения вода ограничена, потому что очень сложно успеть много съесть белка и выпить еще большее количество воды, потому что вода будет нарушать переваривание белков. И здесь диета для похудения превратится в диету для метеоризма, вздутия живота с нагрузкой на разные системы. Именно поэтому в таких диетах ограничивается и количество воды. И где вы можете проверить результаты этой диеты? Мои пациенты очень часто ко мне приходят. А повышенный уровень креатинина. Иными словами, безвозвратно нарушена работа почек,
Конечно, можно оптимизировать работу почек. Вторая книга, которую сейчас отсутствует здесь, «Что делать, если у вас печень и почки?», в ней я объединил два основных фильтра. И нужно определенные особенности вашего образа жизни, вашей системы питания поддерживать, для того, чтобы помогать почкам работать. Часто приходят после таких диет, а уровень креатинина 90, 100 и выше. Оптимальный уровень креатинина, когда ваши почки здоровы, у женщины 70, у мужчины 80. Если цифры выше, я понимаю, насколько ваши почки пострадали. И такие диеты для похудения я бы никому не советовал применять. Также из относительно быстрых диет для похудения, диеты, где ограничивается употребление углеводов. Да, в этих случаях, безусловно, организм с основного энергоносителя углеводы переходит на мобилизацию максимального количества жиров. Это второй источник энергии. Но если углеводы сгорают до углекислого газа и воды, и фактически очень легко избавиться от этих конечных продуктов обмена веществ, то жиры горят до кетоновых тел. Иными словами, появляется неприятный запах от тела, в основном это ацетон. Жиры, конечно же, горят очень быстро, но нарушается работа и печени, и почек, потому что жиры нарушают работу печени. В таком количестве печень не сможет с ними справиться, потому и появляется аромат ацетона. Ну, а белки нарушают работу почек. Особенно плохо, если в этой диете ограничено и количество воды. Норму я вам сказал. 1 грамм белка, 42 миллилитра воды. Съели порцию 200 грамм рыбы, 840 миллилитров воды должно попасть в организм для полноценного выделения этих белковых токсинов, иначе беда будет с почками. К сожалению, почки восстанавливаются плохо, поэтому такие диеты я бы не советовал использовать. К быстрым диетам для похудения относятся и бессолевые диеты. Это очень опасная диета. Поваренная соль удерживает воду в кровеносной системе. И если вы резко ограничили количество поваренной соли, а ваш организм не имел запасов, увеличивается вязкость крови, нагрузка на сердце, увеличивается вероятность тромбозов, эмболии. И здесь возникают очень серьезные осложнения, которые могут возникнуть буквально вот так. Внезапно. Если явление печеночной, почечной недостаточности на предыдущих диетах нарастают постепенно, то здесь может внезапно от сочетания нескольких других факторов увеличится вязкость крови и можно очень быстро пострадать. Поэтому такие диеты я бы тоже не советовал вам использовать. Использовать разные стимулирующие средства для похудения здорово, но а может ли ваш организм их выдержать? Поэтому я бы советовал вам, если вы уж очень хотите похудеть, есть очень простая и достаточно сбалансированная диета для похудения. Это кефирно-борщевая диета. Это когда в рационе у вас 4 приема пищи. Это борщ, правильно приготовленный. И финальный, перед сном прием пищи, это кефир. Несколько дней в таком режиме. И вы получаете и очищение организма. Борщ содержит достаточно много плотных овощей, способствующих активной работе кишечника и удалению тех продуктов жизнедеятельности, которые образовались в вашем организме. Борщ достаточно много содержит воды, как в чистом виде, так и в составе тех овощей, которые там используются. И это прекрасно помогает и вашим почкам работать. Безусловно, каждая порция борща должна содержать как минимум одну чайную ложку жира. А будет это растительное масло, либо это будет сметана, это уже, как говорится, ваш выбор. Но контролировать легко, и в данном случае ваша печень будет эффективно очищать ваш организм, вашу кровь от конечных продуктов распада. Конечно, сказать вам сейчас состав борща очень сложно, потому что исходная точка у всех разная. Каждый из вас имеет свой вес, рост, свои особенности работы печени, пищеварительной системы, почек, как минимум. Свое состояние суставов. И здесь нужно регулировать состав борща под вас. Но принципиальная схема у вас уже есть. Безусловно, кефир тоже не обезжиренный. Минимум 2,5% жирность.
стакан кефира для взрослого человека – это прекрасный ужин перед сном, для того, чтобы вы могли в хорошем состоянии проснуться утром и продолжить нахождение на этой диете. Я уже один проект по снижению веса выполнил. Примерно 3 месяца назад прошел сам по своей системе под названием СССР. Остался ею доволен. За 2 недели я потерял 5 килограмм веса. И вот 3-месячная пауза я наблюдал за своим здоровьем, за стрелкой весов. Что будет? Знаете, оказалась очень интересная вещь. Вес не вернулся. Я достиг точки 85 килограмм. После того, как перестал жестко контролировать питание и снизил уровень двигательной активности, вес застыл на этой точке. Вот с этой точки я сегодня запускаю старт нового проекта «Как похудеть легко к лету и безопасно». И буду использовать свой набор продуктов. Конечно, элементы борщевой диеты, безусловно, в ней будут. Кефир вечером перед сном – это обязательная программа. Но другие особенности я буду подбирать под себя. Они к вам не имеют никакого отношения, потому что у меня свой рост, свой вес и свои особенности работы организма. Именно под них я и буду подстраивать свое питание. Какой разогревающий элемент я попробую на себе и могу порекомендовать вам. Недавно немецкая компания LR выпустила интересный продукт. Я уже с этой компанией 1,5 года, честно говоря, влюблен в продукцию. У меня нет ни одного негативного отзыва у меня и у моих пациентов, если они правильно выполняют рекомендации. И компания выпустила уникальный продукт. Я бы сказал, это эликсир молодости 5 в 1, который позволяет активировать и обменные процессы в организме. Потому что здесь в одной дозе 75% суточной дозы витамина А, 100% минимальной суточной дозы витамина Е, витамина С, витамина группы В. Иными словами, это, ну, скажем так, 2 порции борща, в которой овощей примерно 500 грамм, а тут 25 миллилитров, сконцентрированный в одном флаконе. Что еще интересного в этом продукте? Конечно, есть радиола, есть экстракт зеленого чая, которые разогревают обменные процессы. Но очень важно, что есть коллаген. Есть очень интересная гиалуроновая кислота. Иными словами, компания обещает не просто снижение веса, но и хороший косметический эффект. Подтяжка кожи, улучшение состояния волос, ногтей. Ну, с этим у меня проблем нет. Ногти хорошие. Волосы хорошие, но поддержать кожу к летнему сезону, по всей видимости, мне тоже не помешает. Я попробую провести на себе этот эксперимент. А если у вас есть желание поучаствовать в программе, не вопрос. Пишите, звоните. Ссылка для регистрации находится под видео. Вы можете буквально в один клик попасть на сайт компании, ввести свои контактные данные. Приобрести по оптовой цене со скидкой 28% этот уникальный эликсир молодости. Ну и вместе с вами будем худеть, чтобы летом на пляже нам было с вами комфортно. Ну а для того, чтобы подогревать обменные процессы на протяжении дня, я выпустил 2 таких книжки. Майже все про каву и почти все про кофе. Они тоже доступны. И есть вероятность того, что вы можете попасть в акцию. Получить книгу с автографом автора в подарок. Эти книжки очень важны, потому что несколько раз в день можно использовать для разогрева обмена веществ натуральный кофе. Ну, а у меня есть моя подружка, самая лучшая кофеварка. Она мне дает возможность активно заниматься спортом. Раньше я 15 минут караулил, чтобы не сбежал кофе из турки. Теперь я нажимаю на кнопочку. Кофеварка работает сама, готовит мне кофе по-турецки, самый здоровый кофе, а я в это время могу заниматься спортом. Понимаете, в чем разница? 1/2 часа времени для занятий спортом в домашних условиях дает вам эта кофеварка. Либо 1/2 часа жизни, либо 1/2 часа рабочего времени. Это если вы 2 раза в день пьете кофе.
Если больше, цифры могут быть и больше. Поэтому на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А кто хочет реально заботиться о своем здоровье, улучшить свое здоровье и сэкономить на косметических средствах, не вопрос. Контакты вы видите, пишите, звоните. Вместе будет веселее покорять новые вершины по здоровью. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» – это YouTube. А также «Школа доктора Скачко» – Instagram и «Школа», вернее, «Клуб профессиональных кофеманов» на Фейсбуке.